Здравствуйте, это программа «Открытый диалог», с вами Николай Пивненко, и сегодня у нас музыкальная программа, я бы даже сказал музыкально-историческая, но как ни странно, а помогать разбираться в истории одного известнейшего музыканта будет человек, который вроде как к музыке и не имеет непосредственного отношения. Он кандидат географических наук, доктор экономических наук, действительно член географического общества российского. Это Кирилл Игоревич Новосельский. Здравствуйте, Кирилл Игоревич. Я правильно сказал? Добрый день. Говорить будем о музыке, но вы сами не музыкант. Хотя фактически получается, вы являетесь внуком, да? Правнуком. Да. А как же тогда эта история, что на внуках, то есть на детях отдыхает талант, а на внуках, тогда и на правнуках он отдыхает, получается. Да-да, вот один... Вот праправнук должен быть... Вот, один из популярных вопросов – это кто в семье продолжает традиции, кто унаследовал талант. Вот сейчас мы ответим на этот вопрос. О ком мы будем говорить, это замечательный композитор, русский, советский композитор Ренгольд Глиер. Это, получается, ваш прадедушка. Да, точно. Прадедушка. Угу. Так кто продолжает музыкальное направление в семье? Есть такие люди? Вот именно через поколение. Вот как передается, многие свойства, да, вот свойства сочинительства, музыки и вообще музыкальные таланты в нашей семье через поколение работают. У него было 5 детей, так. Большая семья, и надо сказать, что он волевым способом просто запрещал им играть музыку детям, как так своим детям. Да. Потому что он говорил, вы можете шуметь, играть, на голове ходить, что хотите, делайте, тот кроме извлечения звуков, потому что я сочиняю чистые мелодии, и мне нужна тишина, музыкальная тишина. И вообще тишина, музыкальная тишина. Чтобы ничего не пересекалось, не мешало, так сказать. Да. Поэтому его дети пропущенное поколение. Ну, для себя они чижик-пыжик, конечно, играли, это понятно. Вот. Благо было на чем. Да. И в отсутствии папы на концерте или где-то. И уже моя мама, это внучка, она профессиональный музыкант была, она хоровик была. И мы с сестрой, двое ее детей, опять пропущенное поколение. Так. Уже, видимо, генетика пошла. Так. Я ученый, сестра дизайнер. Угу. Но дизайнер уже где-то рядом. Ну, уже близко, да, но без извлечения профессиональных звуков. Да. Вот. А наши дети, у меня трое, у нее один ребенок. Вот мои дети, они все трое закончили музыкальную школу имени Глиера в Москве. Надо же. По скрипке и по гитаре. Ну, и играют по мере возможностей для себя пока. Вот. Ну вот, скажем так, готовясь к этой программе, не скажу, что я глубоко был погружен в творчество, конечно, имя это известно было, но я прочитал, и биография, конечно, парадоксальная. Начнем даже с фотографии. Если внимательно посмотреть на фотографию, которая опубликована в интернете, в разных изданиях, мне даже кажется, что вы похожи немножко, если бы были только с усами, на его молодую фотографию, ее даже сделали цветную, как сейчас модно, что доказывает, что вы явно родственник. Но если говорить серьезно, то биография сумасшедшая у человека. Он начинал жить в 1875 году. Да. Это когда прямо Российская империя, я так понимаю, что все еще и Германия для него была не простым таким государством, оттуда все начиналось, потому что он родился в семье музыканта же, получается. То есть он-то как раз был сыном. По отцовской линии там как раз немецкая линия идет, да. По материнской – польская. Вот. Встретились они в Варшаве, переехали в Киев, Российская империя. Да. И пошла российская история отсюда. Ну, жизнь прожита сумасшедшая. Композитор скончался в 1956 году. И за этот период столько в стране всего изменилось. И для человека творческого, мне кажется, каждый день, каждая эта вот эпоха, направление давала какую-то почву. Сегодня вы являетесь... Еще раз говорю, не человеком музыкальным, но человеком, который с четкостью, скрупулезностью географа и даже экономиста
создал такое своеобразное общество, да, вокруг имени Глиэра. Вот расскажите, как оно работает, насколько мне известно, что вам удалось международным даже таким способом поддерживать не только память о своем прадеде, да, но и заявлять о той замечательной музыке, о том замечательном наследии, которое оставил он, как русский, кстати, так и написано mm-hmm. везде, русский mm-hmm. советский композитор. Вот как эта деятельность ваша началась? Ну, надо сказать, что все-таки я не был первым, кто заложил основы mm-hmm. вот этой мемориальной деятельности. Это была одна из его старших дочерей, Нина. Она всю жизнь посвятила папе, была его секретарем, организовывала все его концерты, выезды и так далее. И в 65-м году, через 9 лет после его кончины, она начала собирать экспонаты в наш домашний сначала музей. Наиболее ценный эпистолярное наследие, часть подарков, один из роялей, мы отдавали в государственные архивы. Архив документов, архив музыкальный. И, ну, часть, конечно, личных вещей, очень много личных вещей осталось у нас дома. Поэтому вот 65-го года у нас такой действует и развивается домашний музей с архивом, с библиотекой. Туда постоянно приезжают музыковеды со всего мира, угу. потому что, как ни удивительно для нас самих, пишут диссертации, кандидатские, докторские о творчестве Глиэра вплоть до голландского языка. Угу. То есть нам прислали диссертацию про нашего прадедушку, а мы не можем понять, да, что они написали. Хорошее или плохое. Нам пришлось нанимать переводчика, чтобы понять, что написали о нашем предке. Но это говорит о том, что мы вернемся еще к обществу. Это говорит о том, что раз человеком интересуется, то это такая музыка мирового масштаба. А вот вы лично, когда впервые поняли, что у вас прадед не просто прадедушка, который вас успел увидеть в 3 месяца, но он у вас вот такой композитор международного уровня? Когда вы помните, когда вы первый раз что-то услышали или познакомились с его записями? Да, наверное. Ну, вот такой звоночек яркий, и буквальный звоночек. Это было 9 утра. Однажды я был еще ребенком в московской квартире, и мы не ждали никого, гостей. Были бабушка, вот Нина Рейнгольдовна, сестра ее, и за дверью немецкая речь. Как-то страшно. Нам стало не по себе немножко. Это и 60-е годы, еще война свежа, далее. Да. Вон. И языка никто из нас не знал этого. Хорошо, что Нина, она и французский, и английский знала. И они по-английски сумели договориться. Оказалось, что это приехал директор музея Глиэра из Саксонии, с той самой прародины Рейнгольда Морицевича. По мужской линии. Да, получается. По мужской линии. И, конечно, мы их пустили. Для них произвел восторг. Это наша гречневая каша, мы их накормили. У них нету гречневой каши, они в восторге были абсолютным. Привезли нам подарки с нашей прародины. До сих пор они у нас есть в музее. И привезли фотографии предков по этой мужской линии. Фотографии домика, где когда-то жил там прапрапрапрадедушка. Прям дополнили вам. Да, и рассказали очень важную вещь, что это была династия, с 15 века, даже страшно сказать, с 15 века по производству музыкальных инструментов в Саксонии и в Германии. И она в Европе занимала вот эту местность первое место. Ну, что-то типа Гварнери, Страдивари, да, вот такого. Да. И благодаря тому, что там все семьи вот в этой долине, Клингенталь, долина звуков, Клингенталь, занимались производством музыкальных инструментов, многие из них одинаковыми, было перепроизводство, безработица возникла. И однажды вот отец сказал 3 сыновьям, как в сказке, да? Да, поезжайте. Вот один ты пойдешь налево, один прямо, один направо. И вот один из них поехал в Варшаву.
Это был вот отец Ренгольда Морицевича как раз. Там он познакомился с нашей прапрабабушкой, переехали в Киев, Российскую империю, и пошла вот наша Вы-то история. Когда музыку услышали? И что вы для себя сделали, какой вывод? Разбирались ли вы к тому времени в музыке? Конечно, у меня восприятие было в основном через бабушку, ее сестру, потому что к нам приходили общие друзья, гости. Мы, естественно, слушали музыку. Меня водили на концерты. И уже тогда, это 60-е, начало 70-х годов, больших произведений оперы, балеты Глиера шло очень мало. И то, что вот мне запомнилось очень сильно, это, конечно, балет «Медный всадник». И буквально мы были с бабушкой на последнем, наверное, представлении вот в том цикле, в старом цикле, классическом. Это был еще Кировский театр, теперь Мариинский снова, в Санкт-Петербурге тогда, в Ленинграде. Мы поехали вместе с Хренниковым, это друг наш был большой, представитель Союза композиторов СССР тогда был, после Глиера как раз. И поехали вместе в Ленинград на вот это представление. Это было колоссальное впечатление. И сама музыка, и постановка, и действие, и театр. Вот это, то есть для меня, может быть, в те годы особенно была не чисто звук-музыка, а музыка, соединенная с действием. Ну и, конечно, музыка, написанная родным человеком. Да, тут уже да. Это другое дело, чем музыка чья-то и музыка родного человека. То есть у меня все-таки через личность, через родственников и через зрительные образы, которые... Ну и вот на каком-то этапе для кого-то это могло бы остаться просто таким вот, как говорится, правнук слушает, радуется тому, что вот да, вот такой был прадед. Но вы решили этим заняться. Мы поняли, что музыка не стояла перед вами задача, да, хотя, наверное, были попытки, может быть, родителей направить вас в музыкальное направление, или не было такого? Были попытки и по фортепиано, и ну, по... Ну, кто-то же должен повторить рекорд прадеда, да? Кто-то же должен, ну, конкретно продолжить его. Вот, может быть, после вас уже следующие поколения этим займутся. Сейчас мы подходим к финалу первой части, а во второй мы уже будем более плотно говорить о вашем движении. Я единственное хотел спросить, вот на сегодняшний день все, что можно было по музыке Глиера, оно хранится в вашем музее или оно разбросано как-то по миру? Я имею в виду ноты, какие-то его записки и так далее. Ну вот, наверное, это счастливый все-таки вариант, что очень многие ноты сканированы и размещены в интернете. Есть просто в открытом доступе Романцев, например, он 150 романцев написал только, а всего 500, да, 150. Многие из них там есть. Есть какие-то с регистрацией, есть какие-то произведения, которые в черновиках, они хранятся и у нас, и в государственных музеях. Вот, поэтому, но самое... удобное универсальное хранилище – это музыкальный зал библиотеки Ленина. Там есть. Вот там все, что за советские и досоветские годы, с беляевских времен, оно там хранится. Вот это потрясающе, конечно. Понятно. Просто, возможно, кто-то захочет после нашей программы оживить что-то в своей памяти, а может быть и возродить какие-нибудь произведения. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях Кирилл Игоревич Новосельский, кандидат географических наук, доктор экономических наук, действительно член Российского географического общества. Говорим мы о его участии в таком вот мемориальном проекте памяти Ренгольда Глиера, композитора, народного артиста. Да? СССР. СССР, все как положено. Человека, который сталинской премии у него сталинской, была. Сталинской, три ленинских и три глинкинских русских. Вообще три глинкинских – это чуть ли не рекорд, насколько мне известно. Вот во второй части мы поговорим о том, как работает это мемориальное общество.
Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях кандидат географических наук Кирилл Игоревич Новосельский, доктор экономических наук, действительно член Российского географического общества. Говорим мы сегодня, ну так получается, не о географии, хотя о малаховском так, этапе мы поговорим. Это же тоже этнография даже, можно так сказать. Вот, потому что речь идет об усадьбах. А речь во второй части пойдет уже о том, как работает вот этот мемориальный проект, который посвящен деятельности, творчеству, жизнедеятельности прадеда нашего сегодняшнего гостя, народного артиста Советского Союза, композитора Ренгольда Глиера, которого, ну, как у нас часто водится, мне кажется, сейчас почему-то больше знают там, чем здесь у нас, собственно, я имею в виду, ну, люди, которые в музыке продвинуты, конечно же, знают, но в популяризации, к сожалению, мы этого не видим. Поэтому и работа вашего мемориального общества заточено на то, чтобы побольше узнать, рассказать и понять. Вот как вы сегодня работаете, я так понимаю, все-таки это международный проект. Да, ну я добавлю к тому, что вы сказали по исполняемости, то, что очень такая грубая оценка, если в России что-то такое серьезное исполняется раз в месяц, скажем так, так, то, что мы ловим по сетям, да, ага, то за рубежом раз в неделю. Вот. Ну, это вот тот случай наш, к сожалению, да, когда свои родные, почему-то мы их... Ну, иногда потом это вспыхивает, да, вдруг потом человек, да. Ну, с другой стороны, есть же и пример Баха. 100 лет ждал человек, пока ноты упадут в библиотеке на кого-то случайно. Дождался, да, а при этом жил замечательный композитор. И у Баха сколько там у нас было? По-моему, 23 или 24 ребенка, ну, половина, к сожалению, ушли из жизни. Вот. А при этом был Гендель, его, так сказать, как из того же города, из Лейпцига, у которого не было детей, у которого был чуть ли не дворец, и который мог за неделю оперу написать. Одна на ура принимается, другая критике поддается. Но это все-таки история немецких все-таки композиторов. Фактически мы можем сказать, что и Глиер частично немецко-русско-советский композитор. Наверное, можно же так сказать? Да. По папе. Да, я, кстати, не могу сказать, что его как-то германская часть там приватизирует или что-то такое к себе. Все-таки он русский. Да, они спокойно к этому относятся. Хотя вот при жизни было несколько случаев, когда его находили в еврейской энциклопедии, как еврейского композитора, во французской, как французского, вплоть до азербайджанской, как азербайджанского. Да, он в Баку же там работал. Да, он там работал много лет. И даже есть портрет, где он немножко с тюркскими чертами подрисован там. Он спокойно к этому относился и говорил, главное, что хорошо, когда тебя все считают своим, и плохо, когда от тебя отказываются. Ну, это да, вот, это логично. Поэтому его это не огорчало, его это, наоборот, радовало. А как мы вот к этим международным проектам пришли, вот после визита этих немецких друзей, тогда еще ГДРовских друзей, из нашей прародины, мы стали обращать внимание, что фамилия Глиер, особенно с развитием сетей интернета, конечно, это пошло, мы просто элементарно в поисковиках стали забивать нашу фамилию. Да, да. Ага. Благо, нам повезло, что фамилия достаточно редкая. Да. И сразу можно понять, о чем идет речь. То есть, может быть, однофамильцы и есть, но это вот как исключение. Это не то, что Иванов, Петров, Сидоров. Поэтому мы этих людей находили. И, наконец, мы дошли до одной семьи в Германии, под Берлином, которая занимается генеалогией профессионально. И они составили, независимо от нас, вперед даже нас, древо. И древо – это вот с 15 века, то, что я говорил, начинается. У них не было верхних веточек, как раз наших не было. Ну да, потому что они отрезаны были. Да. К нам мы их дополнили. Вот я представляю 16-е колено от этого первого предка. Как интересно знать это. Дети 17-е колено. И если покопать глубже то, что ни немцы не делали, это мы сейчас этим тоже занимаемся,
то корни ведут еще во Францию, Швейцарию, даже в Альпы, в общем, в альпийский регион. Там, ну, это целая отдельная история. Европейская история. Целая отдельная, да, целая отдельная лекция. То есть корневая система история. Европейская, скажем да. так. И, что, ну, это все как бы вот такая наука получается. Древо, генеалогия, любопытно. Ну, в Германии это всегда было принято. Это у нас в свете всех наших революций и войн. Мы в лучшем случае помним, кто у нас прадедушка, прабабушка. Да? Знаете, у них тоже были войны и революции, но ну, документы сохранились. Сохранили. Ну, немецкая педантичность, вот, наверное, работает. Невероятно. И дальше. И как? Благодаря этому мы вышли не только на историю, на живущих, хотел сказать, предков, так не бывает, да? На живущих родственников. Да. И эти родственники оказались и в Северной Америке, и в Южной Америке. В одной Бразилии несколько десятков семей Глиеров. Ух ты. До сих пор живут. И мы стали с ними списываться. С кем-то не удалось, с кем-то удалось. С кем удалось, это были удивительно приятные знакомства. Например, в Нью-Йорке у нас живет моя пятиюродная сестра. Ух ты, пятиюродная, Пятиюродная, это... Да, интересно посчитать, да. Но вот, все равно родственница получается. Она чистая американка. Да? Ага. Но когда она к нам сюда приехала в гости, оказалась совершенно, ну, наша глиеровская порода. Понятно. Наша глиеровская порода. Вот. А они знают о Глиере? Вот как раз ее пример очень удачный, потому что когда ей тоже папа и родственники рассказали, откуда идут ниточки, она посмотрела по энциклопедиям, выяснила, что наиболее известная фигура из всей фамилии семьи – это Ренгольд Морисович Глиер, никто больше. Таких высот в мире никто не достиг. Да. Вот. И поскольку она была музыкант, в консерватории как раз училась там, она этим заинтересовалась, выяснила с удивлением, что у него 150 романсов, что есть переводы на английский язык, она стала их разучивать, ну и по-русски, и по-английски, конечно. Более того, она пошла в студенческий совет консерватории и заставила поменять себе фамилию, тоже у нее Глиера была фамилия, но в немецком варианте, потому что изначально Глиер там немецкий, без последней буковки. Она заставила в той транскрипции, которую писал сам Ренгольд Морисович. Ух ты! Чтобы быть одинаковой фамилией точно до буквы с ним. Вот поэтому она обожает к нам приезжать, мы и к ней приезжаем. И, в общем, это вот такая дружба. С бразильцами завели дружбу. Тоже это, скажем так, семейный подход, как получается, как огромная большая семья. Да. А как идет работа по популяризации? Ну, понятно, что это тоже хороший такой, да, вот мы видим, что теперь и до Нью-Йорка долетела эта история. Но, насколько я понимаю, у вас хорошие контакты и с музыкантами, которые работают здесь, которые знают творчество Глиера, да, которые играют Глиера, да, знакомы с его нотами, те, кто поют романсы Глиера и так далее. Как вот эта работа идет? Ну, надо сказать, что я не помню случая в жизни, чтобы мы кому-то навязывали, кого-то уговаривали, просили. Вот такой хороший композитор, такая музыка, да. Привлекать. Давайте разучите, давайте сыграйте, да, там, уж не дай бог, мы вам там заплатим или там угостим вас, все. Наоборот, то есть звонят люди, приходят люди и говорят, вы знаете, у нас концерт скоро, и мы знаем, что вот такая есть музыка, но нет нот, не хватает этого, не хватает этого, помогите нам с этим, помогите с этим, мы вас пригласим на исполнение. И таким образом мы познакомились с удивительными людьми. Это и наши, кстати, подмосковные, московские, малаховские даже певцы-волжанины, которые здесь часто выступали и выступают до сих пор, с романсами потрясающе исполняют. Так мы познакомились со звездой советского балета Владимиром Васильевым, который решил «Красный мак» восстановить ровно 12 лет назад. Так мы познакомились с итальянскими звездами балета, которые в Риме решили воссоздать тоже «Красный мак» в 2010 году, с Красноярским театром, с Гергиевым из Мариинского театра, который воссоздал
«Медный всадник», угу, на новой основе, он там наконец-то идет. И гимн великому городу наконец-то исполняется не только на вокзале, на московском, да? Но он исполняется в огромном зале, да, да, там, для которого он написан для театра. Да. Да. Вот. Так что у нас вот эти контакты. Ну и вы, получается, благодаря этим контактам у вас ну, существует, да, даже, скажем, такая уже стопка, где что идет, где что работает. То есть процесс идет. То есть Глер с нами, можно так сказать. Да, Глер с нами, и даже мы сделали виртуальный, маленькая секунда рекламы, если позволите, в телеграм-канале у нас есть «Дом Глиера». Просто два слова «Дом Глиера», и там объявления о концертах, отчеты о событиях, наши всякие встречи удивительные. Так что добро пожаловать, мы приглашаем в наш «Дом Глиера». Да, время нашей сегодняшней встречи подошло к финалу. Вот надеюсь очень, что кто-то обязательно вот после просмотра нашей программы послушает или, по крайней мере, прочитает про творчество народного артиста Советского Союза Рейнгольда Глиера, правнуком которого является наш сегодняшний гость, который много вместе со всей своей огромной семьей, которая разбросана по всему миру, делают для того, чтобы память о композиторе не просто сохранилась, а чтобы композитор работал и сегодня, потому что музыка же живет вечно. Кирилл Игоревич Новосельских, кандидат географических наук, доктор экономических, действительно член Российского географического общества. Большое вам спасибо за то, что пришли к нам, рассказали. Спасибо, всем добра и удачи. Да, всего доброго. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко.